Да, сосед. Сосед, привет. Привет. Слушай, ты, конечно, извини меня, что я там тебя отвлекаю от такого сугубо личного, серьезного дела. Сосед, у меня дети спят уже, понимаешь, сосед? Сосед, я могу тебя попросить потише заниматься любовью там за стеной, а, сосед? Что, очень громко, да? Очень громко. Я просто уже третий день в командировке. Что ж ты, фраер, сдал назад? Слушай. Алло, Дмитрий Сергеевич? Да. Тут ваша супруга перелезла через забор в зоопарке и попала к оливам в вольер. Она бухая? Да, и очень сильно. Тогда львы явно в опасности. Мы нуждаемся в вашей помощи. Ваши львы, вы их и спасайте. Мне до них нет дела. Саш, а дай мне водички тоже, я хочу пить. Да, я чисто для себя взял. Я сейчас тебе сделаю, пятерку куплю. Нет, ну да, я хочу попить. Да, это гигиена, ты понимаешь? Дай! Люд, жалко, что там мне не жалко, но это гигиена, Люда. Какая гигиена? Дай сюда, Саша, короче, я тебе себе куплю воду. Саш, что за приколы, я вообще не могу понять. Дай попить мне нормально, я же тоже хочу пить. Ты что, охренел? He want my number, had to hit him with the fantasizing, got him fiending for this thick thighs, got him busting out the jeans. Yeah, real dope vibe, turn these niggas into fiends. Yeah, I like them nasty, bad bitch, having cake. Ха-ха,